На календаре 10 мая. Ровно 160 лет назад, 10 мая 1863 года, самарский купец первой гильдии Егор Анаев вслед за доктором Постниковым открыл на берегу реки Волги кумысо-лечебное заведение. В народе его прозвали Анаевской дачей. Располагалась кумысо-лечебница в местечке Вислый Камень. Вскоре сюда стали приезжать многие состоятельные люди со всей России. Егор Анаев с каждым годом расширял и украшал свое заведение. Однако судьба Анаевской дачи оказалась печальной. В конце 19 века она несколько раз переходила из рук в руки, а в первые годы советской власти от нее не осталось и следа. 10 мая в 1942 году в Куйбышеве, так тогда называлась Самара, состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета по центральным улицам города. В состязании принимали участие 12 команд, в каждой из которых было 5 мужчин и 3 женщины. Победителями в той эстафете стали атлеты военной медицинской академии. В народном календаре сегодня Семен Ранопашец. В ту пору во многих районах России уже начиналась ранняя пахота. Но торопиться во время полевых работ было нельзя. Хлеб было принято сеять только в теплую погоду и в теплую землю. По этому поводу в народе говорили: «Вскачь, не напашешься», или же «На пашне огрехи, в кармане прорехи». Это все, что мы успели вам рассказать о 10-м дне мая. Успехов во всех начинаниях вам и весеннего настроения!